31 сентября астероид 2011 ES-4 приблизится к Земле на расстояние в 3 раза меньше, чем до Луны. Как заявляют ученые, он размером с многоэтажный дом, приблизительно 50 метров. Небесное тело подойдет на минимальное расстояние к Земле в 19:12 по московскому времени. Его скорость будет составлять 8 км в секунду. Данный астероид входит в число потенциально опасных объектов, то есть тех, которые пересекают орбиту Земли. Когда-то под действием, может быть, притяжения больших планет или столкновений с друг другом, они могут изменить свою траекторию и упасть на нашу планету. Этот астероид в данный момент времени никакой опасности для нас не представляет. Кафедра астрономии Казанского федерального университета также наблюдает за всеми происходящими в космическом пространстве событиями. У Казанского федерального университета стоит уникальнейший телескоп мини-мега-Тортора на Северном Кавказе, который все время фиксирует вот эти вот все быстротекущие процессы на небесной сфере. Все это вносится в открытую базу. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.